площадке, это середина новотема, где видит корабля. Но есть корабль на углу, а есть что-то наподобие корабля посередине. Там пришли две сеструхи, я так понял. Одна ровесница, второй года на 3-4 старше. Ой. Какие она начала выделывать вещи на этих всяких турниках и всяких фигнях. Я так на нее посмотрел, думаю, блин, это уже точно можно в атлетику сдавать ребенка сразу же. Теперь уже выпендривается, ржет, поэтому и не залезть. Самое хорошее в этих камерах. Записал, не понравилось, стер. Никаких пленок, ничего. И вообще, я только в этом году заметил, что у него мозг заработал, скажем так. Уже более похож на взрослого человека стал. То до этого то, что они там творили, это пипец. Это издевательство. Сейчас уже думать чуть начал. Слушай. А у тебя сколько? Вот. Слышали? Ну это уже у него все проходит, не откашливается. Так он не умеет сплевывать, вот как его научить? Он не понимает, что это надо. Не надо. Надо? Не надо. По Иванову не надо. А по мне надо. Потому что когда у меня вот что-то откашливается, я сплюну, и все, меня больше это не мешает. Если, не дай бог, не сплюну, я это еще откашливаю. Ксюшенька, там не мешай мне. Почему не мешай? Она типа держала вроде. Мешает. Они сейчас хоть договориться могут. Я помню, год назад тоже, вот когда мы вас и провожали, ну почти год назад, они пытались друг другу объяснить, кто чего хочет. Один пытается объяснить, другой пытается понять, и то и другое бесполезно. Сейчас уже все. Почти взрослые люди. Хоть объясниться могут. Во-во-во-во, давай, почти. Молодец. Да, показал. Самый ржачный половину букв коверкает, не, как сказать, необоснованно, он их может говорить, но коверкает. На него наедешь, говорит правильно. Поэтому вот логопеды и сказали, что вот это надо выправить. То есть, если буквы R нету, то и хрен тихо, с ним. Тихо, он держится крепко, не надо. Я боюсь, что он сорвется. Он весь свой вес уже свободно держит. Он по рукоходу, единственное, перепрыгнуть не может. Но я его как помогаю перешагнуть, отпускаю, он опять висит. Не, он скоро уже, все, я чувствую, начнет по рукоходу ходить. Просто я им занялся, поскольку я дома. И вот за последнюю неделю у него прогресс такой, как за год. И занялся тупо. Я его заставляю гулять. И все. Я его заставляю ходить далеко. Тут с Вичкой хотели в магазин идти, я говорю, а что сами-то, бабушки, сказали, нафиг, пошли с ребенком. 6 часов на ногах, беспрерывно пешком. Выдержал. Ну, то, что взрослеет, это раз, и второе, более удобная обувь. Все. Тогда были в кроссовках вообще. Сейчас сандали тоже фирменные, мягкие, тоже нормальные. А то, что в детях берется, ой. Это не обувь, а порнография. А дети, здоровые малыши, что все это же с детьми связано. Держись за ноги, он тебя выдернет. Саш, тащи. Руками надо. Он тебе как лестница. Подтягивайся руками. Руками подтягивайся. Он еще сам не подтянулся. Сашка, ну извините. Устал? Руки устали? Давай,
кстати, спасибо карусели. Эта камера тоже из карусели. 1999. Ну, недорогая, да. Я ее уже, можно сказать, специально.